Poklonička agencija Dveri. Vodi vas u manastire Starog Rasa, Fruške Gore, Ovčarsko-Kablarske klisure, Primorja, Kosova i Metohije, u manastir Ostrog, Carigrad, Hilandar, Rumuniju, Rusiju i Jerusalim. Poklonička agencija Dveri, Kragujevac. Его разбойников он откинул топор в сторону и, претерпев от них и простив их, до конца своих дней ходил согбенным. Любимиче мой, обращалась к нему Пресвятая Богородица, не раз удостаивая его своим посещением. Радость моя, Христос воскресе! Встречал преподобный каждого приходящего к нему человека. Великий старец читал всякую душу, как открытую книгу. Ему были ведомы и судьбы народов. Он знал, что предстоит пережить России. Его пророчества о ней, лежавшие под спудом до времени, сегодня настигают нас. Стал как бы духовными очами русской церкви, через которые нам открывается смысл крестного пути нашего Отечества и смысл его таинственного будущего. Таинственного, ибо еще не пришла пора открыться всему. Российской державы слава и ограждение. Так и представился он смиренно коленопреклоненным перед образом Царицы Небесной, завещая нам свое упование. Через 70 лет после смерти батюшки Серафима в 1903 году совершился небывалый крестный ход из Дивеева в Саров. Прославление преподобного, в подробностях предсказанное им самим. Несли икону умиления, перед которой скончался старец, раку с его мощами. След этих святынь затеряется в 20-е годы. Исчезнет и пророческое письмо старца царю. 70 лет дожидалось оно государя. Прочтя его, помазанник Божий не удержит слез. И расточится самое дорогое, дух единения народа, всех его сословий и классов, с такой очевидной силой, явленной тогда у святых мощей преподобного. Это чудо единения было даже более важным, нежели множество исцелений. И это единение могло бы спасти Россию, поверь она тогда своему православному сердцу. Слушаемся в рассказ 98-летнего человека, которому еще довелось почувствовать дыхание той благодатной радости. Это было до закрытия Сарова. Доехали мы до Арзамаса. На вокзале стоит группа монахинь, одна меня знала, подходит и говорит: едет епископ Серафим Звездинский, пожалуйста, вы ему помогите в том, чем надо. И вот 60 километров с Серафимом Звездинским мы шли
садов. Вдруг я вижу луч вдалеке. И все время, пока мы шли, стоял этот луч. Он нас вел. Пришли мы ко всенощной, вышел ко мне монах и душу открыл свою. И вот рассказывает, какая глубокая жизнь в монастыре. И сколько мне и горя, и радости. Но побеждает благодать. На следующий день он отвел меня на просек, и по этому просеку, сосновому, большому, широкому просеку, идут студенты, священники, рабочие, офицеры. Из дальних краев приехали в монастырь. Вдруг я вижу лужайку, и на ней высокая, много сосен, но одна особенно высокая, с большим камнем. И на сосне этой золотая корона. Я спрашиваю, почему это? А вот, говорит, молился на камне преподобный, около этой сосны, на коленах, 3 года. И на 30-й год молитвы сосна склонилась перед преподобным, и ее увенчали золотой короной. Все ушли, а я остался и сижу. И пью просто все это. Так мне... Нельзя передать, что я тогда пережил. Я подумал, вот я вижу живую святую Русь. Как же так вышло, батюшка Серафим? Почему? Строго секретно. Просьба ни в каком случае копии не снимать. Я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Именно теперь, и только теперь, когда в голодных местностях едят людей, и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей самой бешеной и беспощадной энергией, и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Чадца мои, все православные русские люди, все христиане, когда многие страдания, обиды и огорчения стали бы навевать вам жажду мщения, стали бы проталкивать в твои, православная Русь, руки меч для кровавой расправы с теми, кого считала бы ты своим врагом, отбрось далеко так, чтобы ни в минуту самых тяжких для тебя испытаний и пыток, ни в минуту твоего торжества, никогда, никогда рука твоя не потянулась бы к этому мечу, не умела бы и не хотела бы нести его. Чем большее число представителей реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Самого патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать. Относительно него надо дать секретную директиву Госполитупру, чтобы все связи этого деятеля были как можно...